Ну что ж, привет, ребята, это снова «Белорусские бригады 2». Мы смотрим. Решающая игра. Третья, финальная каточка игроков команды «Челики» и команда «Талионы». Сейчас посмотрим, что уже поставят в этой катке. И та, и другая команда, в принципе. Предыдущую игру «Челики» слили только потому, что они очень сильно затянули. Дали выйти в лейт трем героям команды «Талион», и, в принципе, поэтому они и проиграли. В принципе, я не знаю, что здесь уже было говорить, а уже да, Андрюк... просто затянули время. Причем очень сильно. Они должны были попытаться спушить лайны очень быстренько, чтобы не дать фарма героям. Но нет, не получилось у них это сделать, и в итоге мы наблюдаем третью катку. Я думаю, сейчас что и одна, что вторая команда сильно волнуется, но у «Челиков» чуть-чуть хуже ситуация, они более деморализованы должны быть. Ну да, сейчас они проиграли. Это поначалу, когда «Талионы» первую игру слили, они тоже на минус морали были, но сейчас они выиграли одну игру, и, соответственно, ребята поднялись немного. Ну вот «Талионам» просто им лучше, потому что они выиграли, сейчас у них такой да, плюс. Да, вот я же о чем и говорю. Выиграли ребята, все, на плюс морали, а «Челики» слили. Им нужно просто как-то выжимать все из себя, чтобы выиграть эту игру. Стараться. Ну уже нас удивляют пиками потихоньку. Вот. Если... Заготовочка их. Аппарат же был у «Талионов» в предыдущей игре, да? Аппарат с Мидасом? Да, аппарат. Дали пофармить аппарату, он оформил себе Мидас, тем временем Аганим купил. Ну, и снайпера все. Вторым пиком, и очень интересно. А, вот оно. Может, вчера мы не стримили эти игры, но «Челики» играли через снайпера и через Фантом Лансера. Снайпер стоял на миде, а Лансер с триплой на топе. Ну, просто фишка в том, что они игру закончили за 20 минут. Очень быстро запушили. Может, с Фантомом за 20 минут? С Фантомом они очень быстро снесли все. Ну, так вот. Может, сейчас? Со снайпером тоже могут пушить спокойно. Да, могут. Вот там была и такая задумочка, похоже. Вот единственное, что сейчас... Вспомнят ли об этой игре «Талионы»? В предыдущей карте не банили Лансера ведь, да? В прошлой игре они забанили и Медузу, и Лансера. Вот, и посмотрим, вот если я не ошибаюсь, то могут «Челики» сейчас сыграть через такой пик, через Фантом Лансера, но Абадона пока решили забанить «Талионы», есть у них какая-то... Минус Абадон, может какого Бэтрайдера будут вот, брать? Хотя с Вингой Бэтрайдера брать неблагодарное дело. Ну да. Уже такая контра получается. Надо одну вингу не вызвапывать, а вернее цеплять за месяц. Будут брать кого-то с контролем хорошим. Видимо, да, что раз не хотят, чтобы был Абадон именно. Да, станчик. Так, ну Шторма у нас забанили «Челики». В принципе, мы помним, как Нарик в предыдущей карте. Хорошо он отыграл на Шторме. Показал, как нужно играть на Шторме. Ну вот, на самом деле, такое напряжение, ребята должны волноваться, думать. Что одним нужна победа, очень нужна, что другим очень нужна победа. Само собой, у них там поигрывают нервишки. Да, и в любом случае, тот, кто проигрывает сейчас, уже покидает турнир, занимает четвертое место, ну, почетное четвертое место. Да. А команда, которая выиграла, встретится... в сетке лузеров с командой Golden Force. Как бы это ни звучало дико, но, к сожалению, Golden Force проиграли две игры. Две игры подряд. Угу. Но посмотрим, соберутся ребята. Я не думаю, что Golden Force это такие парни, которые будут плакаться и думать, все, у нас ничего не получится, мы сольем. Нет, Golden Force опытные люди, они уже давно играют в доту, у них хороший опыт. Андрей рассказывал, что он хорошо знает каждого из этих игроков, и я не думаю, что у них будет что-то не так. Итак, ну что ж, ВР-ку забрали у нас «Талионы». Ты не помнишь вчера, как они исполняли на этом герое что-то? Они частенько берут ВР-ку, кстати, замечал. И «Челики» вчера играли на ВР. Вот Феникс, помнится, Феникс нам, да-да-да, брали очень часто у нас «Челики» этого персонажа в хардлинию. Получалось довольно хорошо. Так, а пока... кого еще? Ну, Лансера. Не, вот не понял, был у них Лансер в том пике или нет?
Просто пик очень знакомый пока что. Не могу точно упомнить всех нюансов. Ну, не знаю, я эту игру не видел, когда у них был снайпер, там фантом. Я просто как раз находился в зале, следил, чтобы все шло хорошо. К сожалению, пока мало народу, ребята, так что подтягивайтесь вы в клуб потихоньку. Гранд-финал уже очень-очень скоро. Осталось буквально доиграть нижнюю эту игру и нижнюю сетку лузеров. Уже начнется гранд-финал. Мы пока не знаем, по какой системе будет проходить. Все зависит просто от времени. Если игры гранд-финала начнутся в часов 6, то, в принципе, мы сможем сыграть Best of 5 с преимуществом в одну карту. Но если же не будет то у нас хватать времени, придется сыграть Best of 3 с преимуществом тоже в одну карту. Void. Угу. Все-таки не будет у нас здесь Phantom Lancer уже. Хотя могут рискнуть парни. Нет. И, конечно, может заехать у нас сейчас Witch Doctor сюда. Просто... Ну а почему бы и нет? Да. Вторым саппортом. Как-никак работает Death Ward все-таки. Главное правильно, хорошо поставить купол и рядышком втыкнуть ульт этого героя. Незнакомый пик пока для меня. Единственное, это Леона, которая в предыдущей игре Браза играл у нас на Кингсе. А больше... Ну и аппарат у нас появились тоже. Появился также второй раз. Вопрос пока, чем разбивать супернову. Леона, но Клинкс, конечно, под стрейфом будет. Клинкс под стрейфом. Настреливать очень быстро и сможет снести, в принципе. Разбить это яйцо. Боль, да. Ну, когда тебе разбивают яйцо. Фениксу это особо неприятно будет. Ну и что? Давай, Нарик, что ты скажешь? Вот какого героя ты сейчас будешь забирать? Что это? Может быть, твоя последняя игра в этом турнире? Поэтому не думаю, что они хотят ехать домой. Мне кажется, они хотят выиграть. Конечно, все хотят выиграть. Ну, и только команда Дно, наверное, не особо хотела выигрывать. Что-то они не показали нам, как надо играть в Доту. Слушай, ну, мне пока пик челиков нравится очень. Да, мне тоже. Сюда причем еще зайдут много персонажей, даже... Старый, добрый, забытый Скаймаг. Даже добрый Вич-доктор, которого мы сейчас видим почти в каждой игре. Сюда он тоже хорошо заходит. Квапа! У нас от игроков команды Талион. Вон она как. Угу. Ну, посмотрим. Как бы, да, хороший магический прокаст, врыв, инициации. Но... Вич-доктор. Вич-доктор, ну как ты и говорил, да, в принципе. ВРК у них будет через блинку. Вот у Леонов они часто через блинку именно играют. Что еще Квапа? Инициация их будет в виде ВРК и Квапы только. Ну и неожиданного Боника из инвиза. И вот здесь полностью противоположная ситуация у Леонов. Здесь они должны побыстрее закончить эту игру. Да, не дать снайперу расфармиться. Снайперу, Войду. Так смотри, да, и снайпер себе будет ложить слоты. Неприятным будет становиться. И Вич-доктор тоже огоним себе нафармит. И добрый вечер. В купол просто, за один купол будут ложиться все. Здесь даже Войду, знаешь, можно не выходить не в такого хардкерри, а может даже через огоним и рефрешер. Почему бы и нет? Ну, то есть небольшая... Упор, я так понял, ставится здесь на снайпера, чтобы он стрелял в купол. Тем более, пока Войд ставит купол... В это время раскастовывается Нова. Да, давай тогда я пока для купол падает, да, команда. Падает Нова. Челики. Суицид играет у нас на снайпере. Don't worry, bro, I'm weak играет у нас на Vengeful Spirit. Wolf for Dead играет у нас на Witch Doctor. Eighth играет у нас на Фениксе. И Хулала играет у нас на Faceless Void. Он же Олежка. Ну и значит команда Талион. Нарик играет на ВРке. Киломансер, Саппорт Шейкер, Пипец... Кто такой Пипец? Это Impossible, по-моему, да? Вроде бы да. Да, он идет в мид на Аквапе. Ежик на саппортящем аппарате. И на изи фармить у нас идет Клинкс на Бразе. Браза на Клинзе. Браза на Клинзе. Ну, подожди. Нарик это кэрри команда. Подожди, это формящая ВРка, что ли? Он пойдет в харду. А, он пойдет в хард с триплой. С триплой будет стоять, да, раздавать ребятам по щам.
Ну, только у них немножко не то. Они думают, а, видимо, они считали, что... Не рассчитали, что челики пойдут к ним в хард стоять. А и здесь уже Браза не получит того фарма, который ему нужен. Снайпер с этой пушкой, пушка перевешивает его. Ну, однако он остается стоять на ногах. Вот статуя Пуджа красивая. Ладно, пока... Где статуя Пуджа, покажи. На мите. А, внизу? Внизу, да-да-да. А, мне недавно бородка эта дропнулась. Слушай, как я радовался, когда мне дропнулась эта бородка. А если бы тебе Хук и Мортал вышло, я бы тоже очень сильно радовался. Я думаю, да. ДК Хуку я бы не печалился. Ну что, как по-твоему, как снайпер отстоит мид против копы? Или копа против снайпера? Как вопра против снайпера может спокойно стоять, закидывать его ядом. Давай, да, может пищу. Даже немножко пробивать его. Пробивать она его будет поначалу, пока у снайпера не будет рейнджа большого. Даже если все будет хорошо, то и сможет даже убить. Так, а, вот, есть на шестом левеле она и так сможет его убить. Была инфа, что пошли в хард у нас игроки команды Челики. И меняются тут лайнами, меняются ребята, лайнами. Да. Угу. Как Браза будет стоять против Феникса? О, легко ли ему будет против Феникса? Ну, не особо легко. Феникс его будет закидывать птицами, само собой. И Бразе здесь надо выходить в ботл, скорее всего, чтобы лучше держать эту линию. Потому что в противном случае он может его просто проиграть. Не, ну Боник против Феникса, он его раздамажит, и Фениксу не будет чем скиллы свои. О, суицид у нас убирает миди, закрыл фиссуру, его у нас скилломастер, и это минус снайпер. Фраг достается пипцу. Той же, он же у нас Impossible. Браво! Красивое исполнение. Понимают, ребята, что надо гангать по КД этого снайпера, не давать ему вообще да, фарма. Нет ничего у снайпера на эскейп. Снайпера убивать это очень приятное дело. Вот только. Да, это изи фраг. Да, вот только надо постоянно отвлекаться, убивать его. Но если его загнобить, ну все. Будет давать до свидания. Снайперу потом будет невероятно сложно вернуться в игру. Пока у нас у Impossible 6 на 2 крипстатик, в отличие от снайпера, у которого 3-1, ну так, не отстает на сильно, с учетом того, что правда он имеет одну смерть. И что, вот если цеплять эту триплу, то кого первого? Лола, скорее всего, он самый сладенький здесь, хотя нет, Винга чуть послаще. Нет, так ты Лола зацепи, попробуй, он откинет каски и будешь стоять. Да, в любом случае, у Лола 0 армора, поэтому вот это очень приятная вещь. Убить его будет намного проще, чем ту же Вингу даже. Единственное, что да, эти каски будут сильно мешать. И вот теперь снова Шейкер стоит у нас на боте, забирает хосту и видел снайпер, что похоже к нему должен был выехать Киломансер. Ай, снайпер. Что-то он... А, на руну нет, побежал. Нет, он пошел на руну на топе. Я думал, он прочитал Шейкера, что он к нему идет и побежал как-то через свой лес куда-то. Нет, ну он что, даже его не заметил? А, вард разбили у нас игроки команды. Вардов-то нет. Это Леон, да, и нет Вижена у снайпера. Нет Вижена. Хотя... Ну, прыгнула копа на снайпера, и суицид идет как раз в сторону Шейкера. Шейкер дал фиссуру, и сейчас у нас суицид должен умирать. Или нет, Impossible здесь может тоже отъехать. Impossible, если у тебя блинк, нет, да, блинка. 4 секунды, и все-таки смогли забрать. Ну, размен мидера на мидера. Размен мидера на мидера. И то, видишь, здесь было 2 сейф ТП. Угу. Но, с учетом того, что как-никак... Ох, ла-ла, как хорошо ушел. Просто в тайм-волк в момент, когда в него летел пауэршот. Но снайпера уже убили 2 раза, копа умерла только один. И с учетом того, что снайперу надо много-много фармить. Ну, конечно, Impossible тоже придется пофармить. Но в любом случае, килл снайпера играет на руку команде Талион. Вот Лола сейчас у нас видит аппарат, немножко разменял его по хп, говорит, братюня, ну у тебя есть как-никак танго, съешь хоть одно, а то чего-нибудь, у тебя будут лежать стэши, и пока что, ну фармят ребята. Так, давай посмотрим Боника, как он против Браза стоит. Ну, о, кстати, Эйв-то стоит попросил. Эйв-то просил по хп, я думал, что должен Браза такой бегать, мол, ребята, фласки мне там. Ну вот, хил, они поменялись хил лайнами. Угу. Пришел Войд сюда против Боника стоять, там, по-видимому, будет трипла. И что, Талионы будут свапаться? По идее. Да, они свапаются лайнами.
Я думал, просто героями, но решили полностью все лайны поменять. Ну, не все, кроме них. Но если у Талионов была цель загнобить Вайда, то они должны уже идти обратно на топ-лейн. Единственное, что потеряют время. Пока переправят сюда Клинкса, а пока ВРК придет туда тоже, просто будет трата времени. Ну, нельзя отпускать Вайда, но с учетом того, что Браза, в принципе, смог выиграть лайн у Эйва, а выиграл он его очень сильно, 21 на 1 имеет Браза, в отличие от Эйва, у которого 9 на 4. То есть Фениксу здесь не особо комфортно. И вот сейчас стоит просто в кустиках, спу получает. Да, хотят забрать снова снайпера. Бедный снайпер. Как Юниверс на первом инте, на четвертом инте на Омнике стоял тоже просто здесь, получал опыт. Кстати, они смогли даже выиграть ту игру. Ну, ты, наверное, ее помнишь, против альянсов они играли. Да, было такое. Так, хулала, дружище. Боник, ты смотри, ты как бы... просветили Бразу, сейчас послушал станчик от МГ, должны каски армор заехать. Каски заезжают, и Браза здесь. Это минус. Да, побайтил так хулала просто. Я думаю... Да неплохо, он там бы отъехать смог. Да, но я просто думал, что он реально стоит размениться по ХП с Клинксом, как бы это не самая хорошая идея, но оказывается просто подходили саппорты на подсейв. Это удалось сделать фраг, ну и вот что сейчас будут делать. В Эрке сейчас не будет приятно стоять против Эйва. Эйв постоянно забрасывает с птичками. Ну да, есть транквилы, можно кастовать этих птичек. А ежик не сильно будет отгонять Эйва отсюда. Зацепиться стан шейкера, конечно, нет здесь. Была бы хотя бы фиссура, тогда уже можно было что-то говорить. А так пока нет. Шейкер пришел вверх. И все. Положил фиссурину и ушел. И прожали паузу у нас игроки. У копы 28 на 16, а у снайпера 12 на 2. Копа пока выигрывает линию очень хорошо. Снайпер еще имеет 2 смерти, стоя в миде. Ну и ганги нельзя останавливать ни в коем случае. Надо снова возвращаться, снова убивать его, чтобы снайпер просто молился. Как обычно, во всех играх у нас Талионы перефармливают. Всегда. В первой игре они тоже перефармливали в начале? В начале, по-моему, нет. Но потом... Потом все-таки начали... Ну, да. В любом случае, они проиграли эту игру. Ну, смотри, в прошлой игре у них топовые крипстаты были, и в этой игре у них топовые крипстаты. Браза, дружище, а ты не забыл, что здесь маки есть все-таки у Вич-доктора, и вот Вич-доктор отражал, он такая... станчиком не достал. Заблочил, да. Лол, don't worry, bro, I'm weak, и поэтому, в принципе, не получилось. Слушай, дай станчик. Чё все шмоточки там у Винги? Я смотрю, тут мификалка одна. Да, это мой любимый сет. Легендарка, имморталка. Да, у меня точно такой. Ничего себе, парень, ты на винге, походу, катаешь там плотненько. Да, классный герой. Я любил его пикать еще в то время, когда этот герой, ну, не был герой настолько популярен. Холла идет у нас на Бразу. Нету дастов, ни сентри, ничего, так что... Опа! Снайпер, привет! Impossible все-таки смог зачёт. Да. Что-то надо уже думать, надо решать, куда ставить снайпера, а снайпера ставить некуда, потому что на топе у нас фармит Void, забирает, кстати, он Клинца. Ну и размены у нас и на одной, и на другой части карты. Impossible идет на топ, кстати, ну, правда, у него нету маны совсем ни на что. Подожди, это выход в Аганим сразу? Point Booster, он купил себе Квапа, купил себе. Ну, получается, что выход в Аганим. Так а почему нет? Подожди. Больше чистого урона. Ну, я понимаю. Просто как, да? Как Орчит здесь был бы получше. И мне кажется, ну ладно, хорошо. Орчит, в принципе, можно, но здесь все, смотри, здесь все тонкие герои. Снайпер, Винга, тот же ВД. Единственное, что Феникс, Феникс чуть-чуть потолще, чем все остальные, но... Феникс нормально тоже потолще. В принципе, она если ультанет чистым уроном, там по пол лица всем сбреет. Это точно. И да, добить тоже их там можно будет кому-нибудь. Аппарат там уже, ты представь, что это будет. Залетит шейкер, аппарат и квапа. Ну да, если все хорошо зайдет, то да, на самом деле будет очень больно челикам, но должен кто-то сейчас думать из них, как собрать. Ой, как хорошо, как хорошо. Вернулась.
Али Импосибл молодец. Как он заявил? Ну, заявил хорошо. Ульт. Ну и Браза прожимает у нас купол, пытается... Ой, Хулала прожимает купол, пытается забрать Бразу. Шейкер дает эхо, тотем, и Хулала здесь должен отъехать. Хулалу забирают тоже. Отлично, Вич-Доктор умирает у нас все-таки в соло от Бразы. Киломансер еще вгрызается у нас. Don't worry, bro, I am weak. И минус 3 делают игроки команды Талионы. В размен на одного боника. А, ну Верка умирает у нас на боте. Так. А, тем временем Верку забрали. Кстати, как ни крутишь... Феникс в соло. Через ульту. Как ни крути, в этом замесе Шейкер внес больше всего дэмэджа, когда убивали, сделали минус 3 Талионы. Ну да, в эрочке все-таки, как я и говорил, неприятно стоять против Эйва. Супернова была, правда, в кастована. Да. Снайпер снова, смотри, убегает на 50 хитах. Ну, копа его не отпускает. Impossible говорит, дружище, я знаю, что ты меня сделаешь в лейте, поэтому лучше я тебя пока похорошу здесь. Ну, уже вот 900... Пингует снайпер на квапу. Есть инфа, что идет на Феникса. Ну, у Феникса есть Икарус драйв. Тогда на Икаруса просто уйдет и все. Что ему там сделаешь? Нет, в принципе, можно за ним блинкануться, подождать, пока он сделает дайв, блинкануться за ним и там его забрать. Да, ну это такие разводы, такие мувы, так что разводить его, типа, ты чё, тут ребята от патронов блинкаются. Ну, да, игра, я не спорю, игроки играют, ребята играют хорошо, очень хорошо. Мне нравится, как играет та и другая команда. В принципе, челиков у нас уже полюбили многие зрители на турнире. Нам, мы им тоже симпатизируем. Оп, желаем только отрезали дальше. ВД. Ах, не хотели попало. Забрать снайпера, забирает ВД. Но это еще кто кого забирает? Ну, Копа уже не отпустит, конечно, отсюда Лола. Сейчас не получится у него заевейдить еще и ульт, конечно. Ну, ладно, ерунда, мелочь. Ну, ВД на мужика сыграл. Ладно. Саппорт на саппорта размен получился. Поставил палку свою, говорит. Да, а как... Гол ко мне. А как ежик уйдет от Десварда? Никак. Ну, никак. Поэтому... Надежда была на Шейкера, но Шейкер Фиссуру уже вкастовал к тому моменту, поэтому... Так, Боник... А нет, Супернова вкастовалась. Там один удар оставался буквально, она уже летела, эта тычка по Фениксу. Он успел вкастовать Нову. И у Боника были в откате как раз стрейфы, тогда он смог, в принципе, за 5 ударов и разбить эту Супернову. Да, так он со стрейфа и забирал этого Феникса. В том-то и дело, Феникс на него птиц накинул, а там стрейф. И не так-то уж и медленно он и бьет. Хоп-хоп-хоп, ульт-аппарат у нас залетает, попадает по Венге и по Войду, но... А, Фиссура не по кому. Эх, вот сейчас бы немного даггера Шейкеру. Ну, в принципе, все равно сейчас хорошо. Сейчас бы бэктрек Войду вкачать, вот это да. Бэктрек Войда, это, конечно, тоже грязь, можно заевейдить палец Леона, если повезет. Да, я помню, играл на Леоне, была такая штука, как у меня горело. Купол хочет поставить у нас Хулала. Хулалу здесь зацепили, его просто он умирает. Don't worry, bro, тоже I'm weak умирает. Здесь Клинц его просто-напросто не отпустит. Пытается он засуицидиться, но нет, у него не получается. Вардец там стоял, да, и видели, что забегал, и поэтому Боник через лес тычку дал. Ульт аппарата еще на всякий случай залетает. Тоже на топ. Как, видимо, была инфа. У нас замес, ульт, аппарат, ульт, ульт. И он такой, хоп, кидает, но пока уже ульт долетел, все были мертвы. И что, потихонечку, полигонечку, ну 5000 по голде, кстати, уже имеют у нас Талионы, и 2500 по XP, 2300 примерно. Давай, ко всему сейчас еще заберу тавр. Не удается пока задумка у челиков. Суицида совсем мало хп осталось, где он так просел? Интересно. Вот ульт аппарата, если сейчас попадет, да, суицид просто-напросто умирает. Он просел, он стоял вот здесь с Боником и разменивался с ним хп. А, развлекался, в общем. Да, но потом понял, что бесполезно, откинул шрапнель и начал убегать. Ладно, так, Супернова. Феникс забрал через Супернову у нас аппарата. И Войд в очередной раз умирает у нас на топе. А, ребята посыпались, челики. Что-то как-то не пошло у них, не заладилась игра. Хоть и Феникс забрал у нас. И Феникса забрали в очередной раз. Боже, слушай, я даже не успеваю следить за картой, что происходит вообще. Клинкс соло забрал Феникса. Ну да, через стрейф. Да, классно. Так, а что ты ему сделаешь пока?
Не, ничего, пока. Кстати, на этом лане Клинкс у нас, в принципе, один из самых популярных героев, что и Дамьеры берут его почти постоянно, что и Талионы уже две игры подряд тоже пользуются этим героем. Может, это новая мета такая? Да нет. Скоро будет. Да у нас здесь-то новая мета. Да. Но меты они так меняются, что просто-напросто за ними не уследишь. Ладно, ёжик такой говорит, окей, бро, я тебя ультом застилю. Это он мстит. Типа, чё ты меня ультом забирал? Кстати, Киломансер, как у тебя дела? 1350, не хватает у него до дайгера ещё 900 голды. У снайпера всё печально. Аганим, дружище, аганим. На 14 минуте. Ну, ты понимаешь, да, мид-мид? У импосибла. Квапана фармила Аганим Impossible, а Суицид нафармил ничего. По нетворцам, давай просто это глянем. 6400 у нас Квапа против снайпера, у которого 2900. 2900. В два раза. В два с чем-то раза больше. Теперь даже. Я вспоминаю тебя, как по-твоему Квапа отстоит против снайпера. Ну как? И что ты теперь, я подумал. Унижает она его просто. Угу. И сейчас КД ульта 40 секунд, просто можно по КД приходить и убивать. Сложность теперь будет челиком. Им надо очень сильно затянуть эту игру. Как угодно. А челики не дадут им. Талионы не дадут им затянуть игру. Должны не давать. Уже потихонечку. Так они-то знают эту тему со временем. Не зря они в прошлой игре так играли. Ну, в смысле, такие. Я не думаю, что и челики думали, что о, все будет отлично, по-любому. Ладно, ребята, тянем, нам можно хоть 100 минут играть. Они тоже понимали это. Да. Но не всегда все идет по плану. Энигмы же всегда тоже хочется вкастовать в Black Hole в пятерых, но однако редко это очень получается. Вот так. Здесь помигали, похоже, знают. Killing spree делает у нас Impossible. Браво. Ну, через что ты хочешь? Там через... блинк. Ульта 400 урона. 390. Не слышно? Посмотри, там на колонке может звук быть выключен. Так, ребята, мы тут решали проблемы по технической части чего-то. В зале нас не слышно, но думаю, сейчас пофиксит этот момент. Попикали на Хулалу, знают, что находится здесь Void. И ждут Квапу. У Квапы до Sonic Wave осталось 7 секунд, правда не хватает маны у нее на нее. Прыгает Квапа сейчас, ох боже, прокаст шейкера, но здесь Void должен как-то... А он развалится, там на нем два яда висит. Ну, Void выживает. А нет, выжил. После ульта аппарата он выжил, и еще. Повезло. Очень повезло, что не хватило у Impossible маны на Sonic Wave. Они, конечно, ждали того момента, чтобы, возможно, Квапа отпилась баночкой и восстановила себе запасы маны, но тогда была вероятность, что уйдет Войт, и поэтому они решили из двух зол. Вот он, вкачанный бэктрек. Бэктрек это вообще грязь. Ну, допустим, мне кажется, пофиксить, чтобы магический урон он не мог эвейдить. Да не, ну чё, все может эвейдить. У меня тоже очень сильно горело, когда у Войда оставалось там 100 хп, и палец Леона залетел в него, и он такой ушел дальше просто, знаешь, это... Не, ну, скилл такой, герой такой. Это то же самое, что почти по Марте, чтобы магические уроны тоже не проходили. Когда мисы был... магическим уроном. Да. Зевс ультует и мимо. И мимо. Залетает совсем другую часть. Неудачник по жизни. Залетает совсем другую часть карты и убивает своего же игрока. Но Браза у нас находит Хулалу. Кстати, правда, у Бразы, похоже, нет Орчида. Или есть? Нет, Орчида еще нет. Но он может найти Вингу, попытаться ее убить. Здесь как-никак есть Верочка, которая подсейвит. Ну и Don't Worry, People. Хороший шекл. Некие проблемы сейчас были у Don't Worry Bro, I am weak. И закончились они походом в таверну за пивом. Сыпятся челики. Ну и классно играют. Вот сразу поступила инфа, что Винга поставила вардецкий вот туда, и приходит моментально ежик. Так он там в инвизе был, видел. Да. Давай посмотрим, что по нетворцам. Void 5400 у него. Вот вся надежда на Войда. У снайпера очень все плохо. У него Ogre Club появляется. БКБ будет у него не очень скоро, а с учетом того, что у Копы Sonic Wave уже физухой бьет. БКБ
чистым уроном, то, вернее, простите, и то есть БКБ помогать едва ли будет. Оп, прыгнул у нас Хулала на Impossible, но здесь Висура Шейкера, которая, кстати, не нанесла совсем урона Хулалей. Хулала здесь умирает просто, здесь на него все садили, Эхо Слэм Шейкера, пипец еще крикнул. У Шейкера, наверное, у парня, который играет сейчас на Войде, наверное, реально там одно место сейчас заболело. Заболело, но ему очень повезло, что Фиссура Шейкера не нанесла ему дамага совсем. Супернова вкастовывается, у нас Феникс, и здесь надо нанести еще парочку ударов, но очень хороший десвард, и умирает у нас Киломансер, умирает у нас Ёжик. Пока единственный, кто делает игру, это Феникс. Войд тоже пытается что-то делать. Ну так пытается. Прыгает. Хочет. А Феникс не пытается, Феникс делает. Ну, Браза находит у нас Лола, и... Так, попытка забрать Феникса сверху. А Феникс уйдет. О, не уйдет, вернее, на ветра поднял у него его пипец, и умирает у нас Феникс. И Лол ФД здесь тоже должен отъехать. Браза его не должен ни в коем случае отпускать. Видит Браза, куда уходит Лол, и Браза его просто не домансуется он. Дают станчики. Войд еще прыгнул. Хорошо, все, минус умирает, это минус Браза. Хорошо. Ну ладно, раскайтили у нас. Молодец, Лол ФД, завансовал. Раскатили Клинкса, хорошо замансовал Wall for Dead. Классный был вкастован Death Ward. В принципе, оставалось всего лишь один или два удара до того, чтобы Супернова уже разбить яйцо. Но в тот момент был поставлен Death Ward. И все, и тут вариант либо разбивать яйцо, либо уходить. Хорошая комба, кстати. Да, красивая. Как Evil Geniuses брали Дарксира, брали Трента, брали того же Феникса. И тоже, знаешь, красиво все получалось. Феникс хороший герой. Я думаю, в скором времени мы будем его видеть все чаще и чаще в профессиональной доте. Минера, надеюсь, видеть будем реже и реже. Хотя, как-то... Надеешься. Зайна, да? Веселый герой, чего ты. Не знаю. В свое время в первой дотке развлекались мы с другом, брали тени и минера. Минер в кустах делал мины, стоял на них, а я забрасывал по КД туда парней. Вот это веселуха была. Я когда установил вторую доту, я так радовался, что там нет минера. И это было 2 года спокойствия. Его вернули. Всегда, когда писали ребята, что вот скоро минер появится, я надеялся, что да не, зачем? Когда ты бежишь по лесу спокойно, а там бабах и все, пробежался. И просто знаешь, это фишка, когда появляется новый герой, и каждый уважающий, неуважающий себя игрок считает, что он должен поиграть на этом герое в любом случае. И в каждом пабе, в каждом этом пабе был герой, которого я ненавижу больше всего. Феникс хотел залететь, но застанили Феникса. Войд поставил божественную хроносферу. Купол просто замечательно. Шикарно. Да, мы поздравляем Хулалу с таким куполом, и Папа ультанула тоже в никуда. Сейчас еще зацепила она ВД, но ВД сейчас отхилится. Ну, ВД отхилится, ну и что? И копье надо далеко не лезть. Опа. Запрыгнула. Ребята, я варжу. Свечу. Привет, суицид. Минус суицид. Суицид засуицидился. Мы поздравляем, да, почти получилось. Его засуицидили. Я поздравляю Шейкера, который вышел вперед, у него 4700 нетворс, у снайпера 4500. Снайпер сейчас смотрит такой, жесть, дружище, я тебе немножко завидую. Саппорт перефармил мидер. И ладно, опять мы говорим о том, что немножко чересчур жадный пик у нас у челиков. Ты вот не считаешь, первая игра, помнишь, за сегодня, когда они играли с... Да я не знаю, тут не то, что не жадный пик, здесь... В принципе, пик хороший, но так не дают им реализовать этот пик никак. Но умирает у нас, конечно, здесь Нарик. Далеко как-то он зашел, пытался в соло забрать товар, это что ли, или что? Вместе мы сила, пишет Шейкер. Да, ребята, вместе вы сила, тут никто не сомневается. А пока Эйв у нас приходит на бот-линию, и Impossible видит у нас Феникса, будет ли прыгать за ним дальше, я не знаю. Кинул дайгер на всякий случай, но Эйв здесь это просто так, чтобы попугать его. Пока Икаруса у него нет, но есть Супернова, а едва ли Impossible сможет спокойно разбить Супернову. Сколько Супернова висит? То есть 8 ударов. 8 ударов это... Копец ее не то чтобы большим офспидом. Так, единственный, кто может ее разбить, это Клинкс по стрейфу. Да, Браза, в принципе, сможет. И то, если он не попадет под птицу. Но если попадет, там все, если накинутся, тогда. Как он написал, вместе мы сила. Ну просто если ребята вместе вы сила, то а зачем вот так расходиться по карте?
Смотри, два игрока здесь, Не один дают здесь. они, не дают времени ребятам, которые им нужно, так. Понял, Копа просто дала Sonic Wave в пачку крипов. Easy money. Я понимаю, да, не хватает... Рубит капусточку ультой. Я понял, не хватает, видимо, денег по-жесткому у нас у Impossible. Ну, пока на карте ничего не происходит, видит у нас Браза, конечно, Браза делает ТП, и, кстати, если... А, Войд умер. Убили Войда, да, только что Соник подбежал, накинул на него Орчит и просто... Ну а что его там убивать? У него одно ПТ и мом, все. Угу. Ну еще Огр Клаб БКБ в скором времени появится. Но это в скором времени, и то в если. Вот если его так будут и дальше по карте искать, то вряд ли оно у него появится скоро. Это все если. Ну вот если сейчас Шейкер прыгнет сюда и за ним подтянется Копата, конечно, будет уже другое если. А он может вполне прыгнуть. Если ребята кого-то увидят, Шейкер просто прыгнет вот куда-нибудь, я не знаю, закроет фиссуры, ребят отрежет, я не знаю, как-нибудь вот так вот отрежет всех и все. Но Шейкер хорошо стоит. Если, зайдут за Т2 товара, ребята, то все, будет грязь. Вот сейчас уже так, есть вот, вижу. Вот, смотри, можно сейчас подойти вот куда-нибудь сейчас. Сюда и поставить вот так фиссуру. Надо ждать, вот ждать. У него есть даггер, он может дотянуться. Если ребята ошибутся, далеко пойдут, то это все. Но решили что-то, бросили там бедного Шейкера одного. Говорит, постой там чуть-чуть. Посвети нам, да. Что здесь происходит. Феникс купил себе Меку. Хороший, кстати, вард стоит у челиков. Я поздравляю. Они, возможно, даже и видели, что Шейкер туда. Да-да-да, они видели, только что пинганули. Помигали. А нет, это Шейкер помигал, что он здесь стоит. Кстати, я поздравляю Войда в очередной раз с прекрасной хроносферой, которая была вкастована в инвиз Клинкса. Он попал? Он попал хроносферой в инвиз, но ты знаешь, в инвизе бить героя не особо благодарное дело. Вингу зацепил у нас пипец, и дальше прыгнул Хиломастер, но на Sonic Wave уходит у нас Феникс. И здесь смогли забрать только одного саппорта игроков команды. Так подожди, он попал куполом по нему или он нет? Он попал куполом, но было немного толку, но вот здесь Браза получает хороший прокаст. Вот от это ему доктора. Наваливают, он хотел еще забрать на развороте ВД, но не успел. Ну он забрал... А одного удара просто Войда. Буквально не хватило, да. Он забрал Войда, но... забрал Войда. Кстати, а снайперу... А, Вич Доктору 422 голды достается. А Суицид себе пытается вынести Сашу с Яшей. Ну, что ж. Мы его хотя бы какая-то выживаемость у него будет. Вынес? А, ну, кстати, 6700 уже имеет у нас Network Sniper, 5400 у Шейкера. Что у нас по графикам? Графики, смотри, 13... Графики просто три парня из Талионов, они в два раза перефармливают следующих троих за ними по Network Челики. Кстати, посмотри на видео. Ребята с команды Челики. Практически в два раза. Посмотри на Вич-Доктора, это привет, мне кажется, небольшой. Для игроков команды Талион. Кстати, а Вич-Доктор-то у нас серьезный братишка с аганимом. 18 секунд КД у хроносферы, и, кстати, вот трое стоят вот здесь, если так, Войд слушай, поставить. Это вполне реально. Это... 14 тысяч можно отыграть будет, просто несколько хороших куполов, золотые купола, все дела. Так даже если не будет купола, Феникс поставит новую, и все, ВД туда поставит под новую вард, и все, добрый вечер, ребята, подходите, все семеро. А если еще Войд и поставит купол, нормально только, а не как он любит ставить. Просто с этим отскакиванием от Десварда с аганимом. Да, 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 да. Это просто, ну, они выиграют спокойно. Ну вот почему бы не сейчас игру, не прожать смоук, который, кстати, есть у Винги, и не пойти куда-нибудь и сделать несколько фрагов. Хотя бы. Так, помигали сейчас на Войда. Что, мой дружище, что он находится здесь, знают ребята. Вот смоук, пока не хотят прожимать у нас челики, поставили вард, узнали, что здесь нету вижена у игроков команды Талионы. Кстати, ВД еще нужно фармить по-быстрому БКБ. Ну, конечно, в идеале ему БКБ надо. Компа ему не будет давать раскастовывать вард в том плане, что у нее есть силу. Угу. Просто как только начнет кастоваться этот вард, просто она поднимет его. Холла у нас было. Получил немножко с Sonic Wave от Копы. А, она решила так просто продамажить немножко. Ну, да? Почему бы не... Понимаешь, главное вот сейчас, я думаю, челики понимают, что есть Юл у Копы, и что купол надо ставить на нее. Кстати, это да? Blade появился. Только на нее. По-другому просто она собьет этот вард. Ну и на Шейкера тоже надо ставить, в идеале, чтобы он попал туда, потому что... А здесь как бы в основном урон будет и наносить только этот вард, потому что снайпер с этой Сашей Яшей, я не знаю, угу. Так себе. Ну ответный смоук будет навстречу? А, нет ответного смоука.
Пока просто фармят. Ну вот. Пока вот на Феникса и на ВД надежда есть. Ну и на купол хороший. Надежда есть. Есть еще шансы какие-то у игроков команды. Шансы Челики. Есть. И хорошие шансы. Если они все грамотно реализуют, без ошибок. Вот как они любят ошибаться очень часто, Челики. Но на 5000 они отстают от основных героев. Игроков команды Челики. Тауэр в миде сейчас падает. Не хватает у них дамаги забрать его. Ой, вернее, хватило дэмэджа забрать. Забрать тауэр. И сейчас что, смещаются на Т3 тавура. На топе. И в миде. Пока просто такое оформление по карте происходит. Этериал Блейд. У Impossible. Этериал, кстати, давно у него появился. А, я просто... Я забыл сказать, да. Как-то я не заметил, что здесь было. Зацепили фиссурой Эйва, но продолжение здесь правильно. Понимаешь, она любого просто убивает, эта компа. С Этериалом. Этериал ульт, в принципе, хватит. Ну да, Войдес вот 1290 хп. Это просто сладкий бубалек, как говорит Каспер. Шейкер идет дальше, говорит, я мужик. Да, ничего не боится парень. Ну вот. Ленга хотела ее свапнуть, да. Нарика тоже можно поздравить, у него как-никак уже есть Аганим. И мне кажется, с Аганимом. Ой, как он с Аганимом будет наваливать. Фиг. Угу. Ну, собственно, теперь Нарик будет настреливать по всем героям. По яйцу, кстати, он будет бить, если... Нет, в яйцо нельзя магию кастовать никакую. Вот, значит, нельзя. Обида. Ну ладно, что поделаешь. Это лол, это имбаба была, если бы можно было кастовать в яйцо. Ну, да. Просто занимается сплитпушем. Неприятным Фокус. Делом. Неприятным делом занимаются сейчас у нас Сталионы. Клинк забирает тем временем Рошана и будут... Соло, да, и будут пытаться нести основные лайны. Квапа уже купила себе... Боже, травела уже. У нее есть фактически все, что надо. Квапе еще бы, конечно, Орчит и Дизлоратор какой-нибудь. Чтобы все было вообще шикарно. Орчит и Дизлоратор. Дизлоратор. Ну, была мета раньше. Квапе собирали Дизолятор и Малшторм. Да и сейчас можно собрать. Почему нет? Герой, как Кэрри, тоже может быть очень полезен. Некоторые команды даже брали просто как мейн Кэрри этого героя. Но Челикам не везет сейчас, они просто-напросто засели у себя на базе и не могут они выйти. Но единственное, что Impossible не сильно хорошо снесет этот лайн в соло. Вот если бы это был Клинкс, но Клинкс стоит вот здесь. Ребята сплитпушат, конечно, я понимаю, высыпали у нас Бразу, но Браза моментально сделал... Ой, моментально прожимает БКБ, и Don't worry, bro, MVK умирает, то есть свап был не особо. Они ждут хроносферу. Ну, они... если бы там была поставлена хроносфера... Вот тогда, да. Вот сейчас ее можно ставить. Вот сейчас свой должен ставить! Почему не поставили? Подожди, он бы зацепил... Он же еще бы смог зацепить у Клинкса хроносферу. Он двоих цеплял? Да. Ой, почему он не поставил? Что за ошибка? Может, испугался. Или что? Ну, не знаю, перенервничал парень. Дружишь? Ну это минус 2 спокойно можно было делать. Да, а минус 2, поставил. Минус Клинкс, хотя... Да, там поставил бы Шейкер фиссуру, но а толку, так бьет же ж не Войд. Ну, не знаю, может его испугал Аегис у Клинкса. Ну, все равно. Ладно, так выбить... забрали бы другого. Ну выбить Аегис забрали бы в любом случае того же Шейкера. И отошли бы, все. Ну, выбить Аегис, забрать Шейкера. Вот Браз у нас подсветили. И спалил только зря вард. Ну ладно, они скорее всего догадывались, что здесь что-то есть. Ну за ним крипы бегали. Ну вот Верочка сейчас грызается в тауэр, начинает под фокус фаером его пробивать. Войд ставит хроносферу, ну правда, вроде бы здесь нет Вич-доктора, но хорошо, бьет с руки. Квапа ультанула на всякий случай, ну хулала уходит. Забрали только одну Верку. Ну пойдет, нормально. Ладно, сойдет. Более-менее. Хотя бы забрали кого-то. Не жалеть же этот... Ну и не потеряли никого. Кстати, а тут немножко сглупил Impossible. Или, подожди, он мог дотянуться Этериалом до ВР-ки. Мог ее спокойно засейвить. Но... Растерялся чуть-чуть. Видимо. Don't worry, bro, MVK слапает пипца. Ну, пипец, едет стан. Блинкаут, все. Угу. Кстати, да, он мог кинуть в нее Этериал. ВР-ка бы выжила. Хотя ВР-ка бы не выжила. В нее снайпер бросал патрон. А, ну тогда
Тогда нет. Но вот Браза у нас начинает разменяться по ХП с Эйвом. Кстати, слетел Десвард. Я не понимаю. Я правда не понял, каким образом. Или он сам. А, он, скорее всего, сам его отменил. Зачем? Ну, лол, я не знаю, случайно, что ли. Был в кастован Десвард, но не было никому, не мог никто его сбить. Ну никак. Ошибок, вот о чем я говорю, ребят. Очень много. Хотя фиссура была фиссура шейкера. Могли арчит убить, кстати, да, точно. Так, висел арчит, я видел, висел на, по-моему, Фениксе. Ну вот я не могу утверждать, потому что я не за... Не. Я видел, что на Фениксе висел Сайленс. Когда он летал. Вот так вот летел, да, и на Фениксе летел Фиссуры не было там, в том... На Вич-Доктора точно фиссуры не было в кастово, но он, скорее всего, сам просто отменил Десвард. Ну, кстати, суицид потихоньку забирает себе те артефакты, которые ему нужны. Ну, правда, Т3 Тауэр на боте уже упал. Ну, ни у кого же вроде нет там больше никакого сайленса. Не. Подожди, а форстаф не сбивает случайно этот бат? Нет, не сбивает точно. Ну, тогда сам отменил. Сам отменил. Ну, ладно, бывает, ничего. Образа уже есть, да и Даллас. Жалко мне Вингу, жалко мне Вич-Доктора, хотя Вич-Доктора не жалко, у него есть Гулскепитер. А вот Вингу жалко, у него Гулскепитера нет. И Хулала сейчас потихоньку тоже пытается нафармить себе какие-то айтемы, когда, что вот по-твоему ему здесь нужно фармить. БКБ есть, МОМ есть. Копа сейчас прыгнет, да, Соник Вейв, но Хулала все равно выживает, прожимает БКБ и пытается еще на развороте дать. Don't worry, bro, I am weak, далеко зашел, сейчас должен быть станчик сейчас... от Вингу. Ай. Нет, станчик не было. Сбили у нас Лолу как раз таки. Десвард сейчас, и Лол прожимает Госкепитер, но здесь это для него не самая хорошая идея, Лол ФД должен умереть тут. Да. Конечно, пытался его подхилить Феникс, но не хватило. И сейчас падает рейнджевой барак у нас на боте. Шейкер хорошо летел, дал их ослэм, и Эй здесь тоже умирает, фиссуру классивую поставил, это минус 5 в исполнении команды Талионы. Челики посыпались, байбек делает у нас Эйв, но Хулала пишет ГГ. ГГВП, ребята. Мы поздравляем команду Челики с заслуженным 4-м местом. Желаем им удачи на дальнейших лигах. В принципе, я уверен, что мы увидим их в следующем сезоне. Я уверен, что они покажут такую же хорошую игру. Увидим, конечно. А пока у нас перерыв, ребята поменяют компы, пересядут. И начнется игра команды Талион против команды Golden Force. Тоже катка будет очень интересная, так что оставайтесь на нашем канале и увидимся в скором времени.